Что сосут чемпионы? Уборщица не ушла еще? Банан во рту — залог успеха. Три банана. Две полуфинальные группы, победители которых попадают в финал, где их ждет действующий чемпион Кинг. Четвертым финалистом станет победитель специального челленджа. Погнали, группа 1. Клюшка, Бдулев, Данс и Гуга Хантадзе. Если забиваете и две ноги от земли оторваны, плюс 3. Очко и за гол, и за голевую. Если забиваем банан, то его очко — наше очко. Мы на телохранителя можем договориться как-нибудь? В следующий раз. Но... До следующего раза, значит, могу шутить. Нихера себе, его можно останавливать? Может бить. Ой, это был гол. С этого все начинается. А переход нужен, первый, да? Пас, второй пас. И сейчас бить можно. А, ну или, а, или, или я что? Я правила до конца не знаю. Ой! Жопу пробей ему просто и все. Ладно, сейчас уйдет. Он тебя еще и подставил. Ты потом так же по башке ему дай просто и все. Вот это хорошо было. Один балл Клюшке и один Дансу. Они, кстати, врываются, у них по два, у единственных. И еще то раз то же самое, да? Вот у вас есть парень, да-да-да, ой, хорош. Нет, там на земле была, на был? Земле была. Был на земле? Один. Это я тебя переоценил, забивал. Извини, вот продолжаем забивал. Тогда, ладно. Это вот он забивал, 12. Эх, как жалко, что ни хера ты не попал. О, хорошо. Нормально. Те же. Еще один. Такая шляпа. Не, не засчитывай три, ему один. А полтора. Только красивый. Но красивый, вот как мне мама говорила, ты красивый, Сулейман. Вот так же. Все, мстить надо. Вот прям. Вот прям. Прям кто сбоку стоит от тебя. Объясните правила ему на своем. Ой-ой. Было. Что за херота? Хорош. Вот сейчас я справился. Молодец. Четко. Сравнялись. Данса, Клюшка, по 5. По 5! Брат, ты бог. Ну нет, рука у тебя где, бля? Рука может быть. Рука может быть. Подумай, пожалуйста, Сулю, потому что это 5-5. Ладно. Не надо! Да! Ну да, хорош. Давай, конечно. Давай. 6 столов. 3, 2, 3, 1. Время. Все, время закончили. 6 у Клюшки и 7 у Данса. Даже если не отнимать у тебя это очко. Дальше у нас вторая группа. Поехали. Профессор, бывший чемпион, может вернуть сегодня свой пояс. Сейчас на поле выйдет Конор. Третий участник — Рубин. Смотрите, какой большой мужчина. Прыгает он, конечно, шикарно. Очень красиво на него смотреть. И фантазер, который отдохнул уже достаточно долго, сейчас будет играть в три банана вместе с этими ребятами. Погнали! Один победитель, 4 участника. Хорошо, что я руки задаю. Мы ждем гонку, стартуем. Поехали. 5 минут у вас. Опа. Есть, 20. Пока без промахов. А что вы начали так хорошо? Конор 2, фантазер 1. Рубин пока без очков, он только отгребает. Ну, как и в этом сезоне, Рубин, в принципе. О, аккуратно. Пас нужен, да, хороший? Потому ребят, что... дайте пас хороший, Рубин. Да, мы хотим... Вот. О, боже мой, какой страх. Мы хотим зрелище, закончим, потому что видно, что хлеба у тебя достаточно дома. Но вот со зрелищем проблема. Он, это рысь просто, вы посмотрите. Он... Вот это выстрел, хорош. Два у профессора, два у Конора. По одному Рубина и фантазер. Бей, бей, через себя, бей. Что-нибудь сделай в этой жизни. Ой, все понятно с вами. А ты точно спортсмен? Ничего себе, ты молодец. Я же спросил, правила знаете? Почему они сказали, что да?
еще, да? Один рубину, один профессор. Профессор выходит вперед. Четыре у него. Говяжка. Раз. Дайте рубину, пожалуйста. Ой, вот смотрите, какая красота. У вас же нет вратаря, кстати. Скучаешь, да, по этому амплуа? Было. Обе ноги оторвал. Три банана, серьезно? Конечно. Три? Конечно. Первый раз в истории турнира. И Конор выходит вперед. Шесть у него, у профессора пять. Они это, там есть. Да, кстати, да. Купи тоже. Все, потом там бетон. Ну, конечно, зачем отдавать пас? Подставляться. Шесть у профессора и три у рубина. И еще разозлили, конечно, вы дядю. И вот она залетела! Останавливаем игру! Даем пояс сразу! Есть, профессор! Было? Три банана, было, профессор. Это почти до свидания. Клюшка. 20 секунд. Было близко. Все, закончили! Итак, давайте считать. 11 профессора, и он с 11 баллами побеждает во второй группе. Пушка, начинай. Итак, 3, 2, 1. Поехали. Там банан. Ты с кожурой вряд ли его схаваешь, братан. Ладно, с кожурой, если хаваешь банан, то за два. Ой, братан! 90% банана. 3, 2, 1. Погнали. Там хавать надо еще. Не, уже не надо. Кто следующий? Но тут нужно мастер-класс показать. Понятно, да? Я могу почистить, если хочешь. Не надо, да? 3, 2, 1. Поехали. Ну, какая грация, какая эстетика. Просто тигр, просто тигрица, кошечка. Вы посмотрите на него. И чеканит, и хавает банан при этом. И все это эстетика. Хорош, смотри-ка. Ты, клюшка, он сейчас мечом же по башке тебе зарядит чисто. Там, если... Не доел, да? Нет, не больше. Давай, давай. Ну, давай объективно. Тебе хоть такой дашь? Я бы... Что за говно? 3, 2, 1. Да ты что? Работаю. С каким аппетитом? Там в целом пофиг, что он бананы есть не хочет. Он даже чистить его не хочет. Это куда проблематичнее. Да съешь ты банан этот! Да он сейчас уронит. Он... Ты... Короче, тут надо голодным приходить. Удовольствие? От банана? Представляешь, ты выиграл благодаря банану во рту. Знай это. Медведь. 3, 2, 1. Комар победил. Благодаря банану во рту. Я честно напомню. Да, банан во рту – залог успеха. Мне так все детство говорили. Короче, изи-бол, мы начинаем, дисциплина. Три банана. Поехали. Кинг, идем сюда. Во-первых, почему такой отстойный, мразный псевдоним ты себе придумал? Ну, король. Почему? Да, причем тут ты, я же тебя и спрашиваю. А, да, ну чемпион так. Чемпион. Да. Ну ты же, подожди, ты пришел кингом и потом стал чемпионом. Да, ну потому что я по жизни чемпион. Ты мам так сказала, я правильно понимаю? Вот, у нас мамкин чемпион находится прямо здесь. Есть вообще планы какие-то, как будешь побеждать или проигрывать сегодня? Так как и всегда просто. Как и всегда будешь проигрывать. Лучше, сметать. Ага. Все, молодец. Барбера, короче, если честно, посоветовать. У него с прической точно что-то нету. Ну и с мозгами, но это ладно, это уже психиатр. Я тебя обратно положу. Поехали. Есть? Ну, не считается. Вот это шляпа? Это шляпа, ладно? Это не 3 банана. Это 0,1 банана.
То есть, если прям в падении, как так далее, то хорошо, три банана. Ну, или боком хотя бы. И хотя бы боком, наверное, я не знаю. Если ты бросаешь, то нет, погнали. Давайте. Какое? Член. Очень приятно, Сулейман, такие шутки есть. Погнали. Раз передача, два передача. Да, нет. Кстати, красивый был. Дал бы ты банан за это? Нет. Чем опытнее становится? Ай, от земли, от земли, от земли. За ним! От земли, от земли было, от земли было. Вот он сам говорит. Встал? О! Наконец-то! Дождались! Такое, чуть-чуть крестятничество чувствуется. На третьем не сыграл тогда. Хорош! Смотри, что, два банана! О, хорошо, как красиво! О! Это три, это три же? Это три же? Это три. Это три. Да, да. Три банана. Пять становится у Кинга. Нельзя. Жалкая пародия. Ну, я перепрошу. Уберите. Уборщица не ушла еще? Ну, во-первых, его убрать, во-вторых, песочек за ним. Ой, ё-моё. Прошу, красиво. Это один банан, который в шоке от профессора. Такие были ленивые ножницы. Еще один. О-о-о-о-о. До добра не доводит. Было. Хабара, пятый банан. Он по-другому не умеет праздновать, я вам говорю. Профессор, вам реально нужен. Банан можно, пожалуйста? О, красиво! Нет же? Да какой? Нет двое. Четыре минуты остается играть. Еще давай расскажем. У нас 7 у Кинга. 8. 8 у Кинга, 20 у профессора. 8 у Кинга, 5 у профессора и 7 у Романа. Красиво так! Ой, было! Серьезно? 2 минуты играть, да. И... 6-5. Проблема уже стоит. Хорош! О, это важный гол для Кинга, он уходит вперед. Земля. Все, время! Время прям чуть не хватило! Две комбинации было по команде. Что, у нас Кинг снова дважды чемпион. Все правильно? 12 очков у Кинга и 11 у Камара. Короче, вкратце, если, так сказать, саммари определенно, он задолбал уже. Денежки сегодня залутал? Залутал, вот засранец. Ну давайте поаплодируем этому человеку. Ну молодец, он выиграл. Аплодисментов дайте, ё-моё, что стоите в самом деле? Вот. Чемпион у нас в 3 банана, чемпион в 300. В целом с цифрой 3 у этого человека все очень хорошо. Ты сначала думай, а потом говори в следующий раз. Слава богу, он от ворот до ворот никуда не вышел, вообще грустно. Поехали. Извини, пожалуйста, у меня есть вопрос. Я правильно понимаю, что ты девушка Кинга? Да. Повернись, пожалуйста. Давай. Повернись еще. Так тоже можно было. Короче. Вы корректнее говорите. Я корректнее. И конкретнее. Ты издеваешься, слово корректное и конкретное для меня очень плохие. У меня 18-я буква алфавита западает очень сильно на клавиатуре. Короче, вопрос, поскольку ты его девушка, и мне кажется, ну, отчасти следишь за его рационом. Что сосут чемпионы? Ром, ответь ты, блин.
Я могу сказать. Нет, что и кошка чемпионов. Я же спросил, что сосуд чемпиона ты издеваешься? Не знаешь? Не знаю, что сосуд. А вы? А я не чемпион. Все хорошо, все замечательно, они молодцы, дай бог им здоровья. Я ушел, ну нафиг. А что сосуд на чемпионы?